Всем привет. Зачем так интересней? Давай, доставай. Давай, доставай. Мукбанк. Да, это вот у нас карамельку. На мукбанке. Да. Так вот. Мягкая карамель. Топпинг со сгущенным молоком. Мягкая карамель. Ни разу еще не ели. Каких два? А тот мы съели или нет? Нет, мы не съели, вон еще стоит, да? Булочки. Булочки. Такие булочки вкусные. Икра, не красная. Да, икра заморская, кабачковая, вкусная. Вот кухмастер этот вкусный, с яичком, с вареным. Ой, красота. Хлеб, хлеб, батон. Батон. Вот это уже хлеб. Хлеб. Хелп. Все, штык. Что ли? Все, что ли? Мандаринки. А, мандаринки. Нет, это, да, мандаринки. Лимон, походу. Лимон, да. А тряпочки все лежат. Все, то не то мои по работе. Все, ничего нету, что? Нет. Все? Тогда все. Такой небольшой. Так, что у нас там по ценам сейчас скажем? Что, по чем? Вышло у нас сейчас. Вышло у нас все на 425 рублей. Я пошла к этому что-нибудь достану. А? А еще что-нибудь к этому. Поищи что-нибудь. Так, смотрим. Булочки вот эти вот. Булочки вот эти. Сейчас чуть выше вот так сделаю. Так, булки, булки. Где тут чек? 28 рублей. Да, да, 28 рублей. Булочка ромашка. Ой, вкусная, с молоком, вообще огонь. Так, лимоны, 170 рублей килограмм. Да, по-моему, или нет? Нет, 129 рублей килограмм, да. Вот, нашла. Ага, бублики будем с этим пробовать. Это баранки. Баранки, да, бублики, баранки. Так, батон у нас 40 рублей, икра. Вот эта икра у нас стоит 82 рубля. Она, ну, вкусная. Я вот сколько попробовал, пока вот это у меня впереди планеты всей. С вареным яичком, еще раз повторяю, вкусно. Так, топпинг Махеев по 65 рублей, по скидке в 50%. Так он 130. Сейчас будем пробовать. Мы такие вещи любим. Так, и что у нас еще? А, эти... Апельсины, да? Апельсины что-то мы нет. Пропустили. А, не, мандарины, то есть апельсины. Мандарины по 95 рублей. Лимоны сказали. Вот. Чего, 425 рублей. И выпало нам предложение. Что-то. Кофе 95 грамм за 10 рублей. А, еще сейчас покажу, что купил. Вот такой кошачий наполнитель для личузы, ну, для грунта самодельного. 15 литров он на Озоне брал, 322 рубля. Это диатомит, то есть это третий компонент. Да, рыжий, это не тебе, ты у нас на улицу ходишь, рыжуля. Маккомбо, да, так. Сейчас с булочками попробуем. Два мукбанка, только одни. Да. Угу. Сейчас, подожди, тарелку возьму. Давай, открою. Кто на тарелке режет? Ну, я ж не на тарелке. Я над тарелкой. В воздухе? Да, это вы можете на тарелке только порезать. Так у нас. Ты Коль на тарелке можешь порезать. У кого, друзья, у кого-нибудь есть еще такие тарелочки, которым уже сто лет в обед? Чё? Так, что у нас тут? Карамель мягкая, топпинг со сгущенным молоком. У кого есть такой ножик? Да у всех есть ножик, ничем не удивило. Тарелками вот можно удивить. Вот к мороженому, к блинчикам, оладушкам, к выпечке. Что тут еще? Без заменителя жира. Не самое главное вот там. Что? Что показано на упаковке. Угу. Ватрику будешь. Давай. Что-то оно как-то на кетчуп похоже, барбекю. Да, на барбекю это.
Пахнет чем? Должно быть. Сейчас булочкой просто пахнет и все. Да? Да. Ну как варенье такое, да? Карамелька. Ну. Знаешь, что если еще молоком разбавить, то получится вот этот коктейль, который мы купили. Ну да, что-то типа того получится. Может, вкусно? Попробуем? Не надо, молока нет. А, надо. Мама купит молоко. У тебя это сладкий, как там, гамбургер или сэндвич, что там? Нет, это не гамбургер, это чизбургер. Чизбургер? Да, потому что маленькие такие называются чизбургер. Понятно. Вкусно. Вкусно, прям вкусно, да. А с молоком будет вообще вкусно. Вкуснятина, да? Да, надо маме сказать, чтобы это молока купила. Угу. А то она меня просила, а я забыл. Нет. Так что. Все, всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Всем пока.